будет противостоять сборной Франции, одной из лучших европейских сборных. У французов очень хорошая сборная, классные мастера, представляющие большие клубы. По составу сборной сравнивать, конечно, не имеет смысла, однако состав – это далеко не все. Характер, воля к победе, еще там куча банальных слов, в конце концов, никто не отменял. Для нас этот матч не имеет особого значения, но для игроков это не так. Любой вызов в национальную сборную – событие крайне приятное и важное. Надеюсь, игроки считают так же и не подведут наши ожидания. Очень хочется, чтобы игра получилась интересной. Посмотрим на состав хозяев. Проверенные временами 5-3-2. Между прочим, эта расстановка позволила голландцам взять бронзовые медали на бразильском чемпионате мира. Мы видим состав команды гостей. Игроки на поле выстроились по схеме 4-5-1. На эту игру тренер избрал ярко выраженную атакующую модель. Игра началась. Смотрим. Это может быть опасно. Мяч ушел на угловой. И прямо в центр штрафной. Вратарь отбивает мяч просто и надежно. Гризман. Тут может что-то получиться. Лемар. Гризман. Поль Погба. Антуан. Бьет Гризман. Очень дальний удар. Таким вряд ли можно забить. Ну, таким ударом обычно вводит мяч в игру от ворот. Да, потерь у него становится все больше и больше в последнее время. Как бы на скамейку не посадили. Там как раз народ без мяча отдыхает. Алан Загоев. Н'Голо Канте. Лемар. Посмотрим за этой атакой. Алан Загоев. Жирков. Хорошо увидел партнера впереди. Это угловой. В лице Антуана Гризмана многие видят чуть ли не будущего Зидана. Хотя, по-моему, это исключительно журналистское преувеличение.
Не, ну с Зиданом вообще мало кто может сравниться. Во Франции сейчас вообще много молодых и перспективных игроков. Если они сумеют себя реализовать и в дальнейшем, то сборная у них снова будет претендовать на самые высокие места. Отличный сейв вратаря. Пока неплохо. Решил пробить Антуан Гризман. Дзагоев. Нарушение и штрафной удар. Денис Глушаков. Мбаппе. Может получиться интересная атака. Спасает вратарь свою команду. Лемар. Надежно играет защитник. Атака прервана. Если вариантов нет, отдай мяч обратно. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Можно навешивать. Ну и выносить мяч надо. Появляются свободные зоны. Самое время контратаковать. Есть еще возможность провести контратаку у команды. С мячом Гризман. Бьет Гризман. Судья показывает, что будет угловой. Такой сейф можно бесконечно смотреть. Потрясающая игра голкипера. Подает Гризман. Штанга! Мяч отскакивает в поле. Не стал ничего придумывать защитник, просто вынес за боковую. Это может быть опасная атака. Головин. Замеда. И подача туда, в сторону ворот. Гризман. Есть возможность быстро доставить мяч игрокам атаки. Оливье Жиру. Защита надежно играет. Мяч отобран. Это может быть опасно. Подача на дальнюю. Головин! Не попадает игрок по мячу, очень неудобно отскокнул. Не исключено, что поле неровное, может быть, какая-то ямка помешала. Это может быть опасно. Это опасный штрафной. Лемар. Ложатся они под мяч, лишь бы не было гола. Отобран мяч, надо возвращаться. Александр Кокорин. Посмотрим за этой атакой. Друзья, мы что, будем смотреть передачи назад? Уверенно, Льюрис с этим ударом справляется. Н'Голо Канте. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Тут может что-то получиться.
Головин. Есть поддержка в этой атаке, можно что-то придумать. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Оливье Жиру. Есть игрок впереди, пройдет передача. Достает голкипер этот мяч, но не может удержать его в руках. Заброс вперед. Рафаэль Варан. Поль Погба. Судья решил добавить 3 минуты. Дзагоев. Александр Кокорин. Жирков. Штрафную подачу. И есть там кому сыграть. Пытается защита выбить мяч. Блестящий счет сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Офсайд, пусть и микроскопический, но правило есть правило. Рафаэль Варан. Уходят команды на перерыв. Говорим об этом буднично, потому что очень будничный нулевой счет. Об игре Антуана Гризмана сегодня стоит отдельно сказать. Мне кажется, что он сегодня играет очень неважно. Он малопродуктивен, и у него просто какой-то колоссальный процент брака. И прямо в центр штрафной. Вратарь отбивает мяч просто и надежно. Пока неплохо. Решил пробить Антуан Гризман. Подает Гризман. Команда уже на поле, и второй тайм начался. Может получиться интересная атака. Решил пробить Антуан Гризман. Мимо! Оборона тут сыграла просто здорово. Не дала время прицелиться и нанести точный удар. Алан Дзагоев. Кокорин. Пока неплохо. Мяч за боковой линией. Поль Погба. Мбаппе. Антуан Гризман. Это может быть опасная атака. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Борьба за мяч. Головин. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. С мячом Антуан Гризман. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Отличный прием. Так держать. Он уже, наверное, видел мяч в сетке, а тут на тебя.
Смолов. Денис Глушаков. Отлично сыграно, надо решать. Александр Кокорин. Надежно играет защитник, атака прервана. Оливье Жиру. Мбаппе. Это может быть опасно. Жиру идет вперед. Спас он свою команду от больших неприятностей сейчас. Жиру. Лемар. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Кокорин. Федор Смолов. Посмотрим за этой атакой. И подает в штрафную. Кто там выиграет? 100%, казалось бы, шанс. Удар с такой дистанции. И он не использовал. Тренер вон за голову схватился. Был абсолютно... Вот эта передача от Гризмана пошла. И игрок смещается в центр. Александр Кокорин. Алан Загоев. Лемар. Тут может что-то получиться. Ушел мяч. Аут. Готовится сделать замену наставник команды. Это может быть опасно. Загоев. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Здорово играет, очень точно делает передачи в сегодняшнем матче. Блестящий счет сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Атака остановлена, но кто получит мяч? Передача-то будет? Есть тут возможность к воротам убежать. Опасно! Гол! Открывают они счет наконец-то. Ну теперь игра оживится. Посмотрим, насколько фаворит теперь разозлится, насколько он поменяет свою игру, потому что пока все не по его сценарию идет. Да, это из серии «Невозможное возможно». У нас впереди аутсайдеры, на них никто по большому счету не ставил. Один-ноль в нашей игре. Четверть часа еще играть команда. Может получиться интересная атака. Глушаков. Алан Загоев. Федор Смолов. Удар. От штанги мяч отскакивает. Забивай. Выбит мяч из штрафной. Денис Глушаков. Алан Загоев. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Навес. Не стал мяч ловить вратарь. Кулаками его выбивает. Мбаппе. Очень много промахов сегодня у этой команды. Не мешало бы поработать над завершением атаки. Да, думаю, тренер в учебно-тренировочном процессе обязательно сделает акцент на этом.
И сейчас в раздевалке возможно поговорить с нападающими по душам. Тренер пытается добавить сил в игру. Вот и выходит новый футболист. Восемьдесят третья минута матча. Отлично сыграно, надо решать. Стадион захлебнулся буквально в эмоциях, непередаваемый накал. Ключевой момент игры сейчас наступает. Да, тут либо пан... Браво, Н'Голо Канте, великолепный пас. Сравнивать нужно! Гол! Гол! Забивают они в концовке встречи, снова равный счет у нас. Это Поль Погба! Блестяще сыграл француз и спасает свою команду он от поражения. Но посмотрим, ведь время еще есть. И согласны ли команды на ничью? Вот в чем вопрос. Секундная расслабленность, и вот, пожалуйста, она расплата. Надо заметить, защитник откровенно прозевал этот рывок, так что винить он сейчас может только себя. После ответного мяча у нас 1-1. Игорь Смольников. Блез Матюйди. Антуан Гризман. Это может быть опасно. Бей! Выигрывает этот матч! Забивает. И неудивительно, что это делает Антуан Гризман. Его команда повела, а играть у нас остается совсем немного времени. Как же здорово сыграно, а? Очень вкусно, я бы сказал, мяч. Да, не получилось с первой попытки, зато удалось завершить атаку вторым темпом. Всегда массированная атака завершается вот таким логичным взятием ворот. Ну и теперь очень интересно, сколько осталось минут или даже секунд. Хватит ли времени, чтобы дойти до чужих ворот? Думаю, только одна атака осталась у этой команды. Успеют ли? Ну что, последний шанс отыграться. Отличный удар. Какой момент и как здорово сыграл защитник. Очень грамотно разобрались защитники и вне игры фиксирует боковой арбитр. Нападение снова не удел. Тут может что-то получиться. Он бьет. Матч окончен. Ну вот настоящий кубковый поединок. С настоящими сюрпризами. Если бы это был матч в рамках регулярного чемпионата, возможно, счет был бы и крупным. Но это кубок, и здесь ничего нельзя спрогнозировать. Выиграли фавориты, да, но как же им попотеть-то пришлось? Да, самой малости не хватило сегодня аутсайдеру. Бились, старались, но на большее не хватило ни времени, ни сил. И прямо в центр штрафной. Вратарь отбивает мяч просто и надежно. Пока неплохо. Решил пробить Антуан Гризман. Подает Гризман.
Передача-то будет? Есть тут возможность к воротам убежать. Опасно! Федор Смолк. Удар! Стадион захлебнулся буквально правым голом Канте. Великолепный пас. Сравнивать нужно! Это может быть опасно. Бей! Выигрывает этот матч!